53. Os. Paganieri. Os. Dorzenieri. Os. Давайте. Os. Будешь жарко, скажешь, половинка. Хорошо. По видео можно посмотреть, какие ошибки были. 19.38. На них можно посмотреть, когда сам делаешь, иногда создается впечатление, что делаешь хорошо, а тренер к тебе цепляется. У меня было отношение Шихана, когда-то вот раньше. Он, ну, к примеру, рука снизу, блин, я и так снизу, ёлки палки, да куда можно? Вот, возьми, сними на телефон. Я взял, снял, посмотрел, вообще все другое. Ну, то есть, со стороны, когда рядом находится, знаете, да, что виднее. Вот. Внимание для того, чтобы вы посмотрели, как со стороны, чтобы понять, где ошибка. И чтобы со стороны было видно, вот вначале где-то косяки, они неизбежно будут, потому что они делали технику. И как это очень хорошо изменилось, техника вся. Чтобы динамика роста ваша видна была в том числе. Дайте. Дайте, дайте, дайте. Лей. Майты. Раз, два, три, четыре. Кихон каты, 10-й кью. Мугурей. Хаджима. Ос, 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 шеши. Кихон каты, 10-й кью, мугурей, 4 раза. Хаджима. Ос, ос, ос. Мугурей, хаджи. Ос, ос,
Замах себя средний уровень. Ос. Ос. Коленочки в сторону. Ос. А нет. Ос. Ще. Коленочки. Типа вот эти стрелки, коленочки не ровненько, а в сторону чуть-чуть. Мугры 4 раза. Когда поворачиваешься, средний уровень, средний, не выше, а средний, то есть тут нарушение как-то такого технического действия, которое будет не приносить результат. То есть, следовательно, как бы инструктор, экзаменатор может подумать, что ты не понимаешь, в чем суть там, что я ей это не объяснил. Ружки держите, терпите в этот момент, вы вырабатываете характер. Не будете сдаваться, когда будет какая-то другая ситуация, вы также будете стараться вот не сдаваться. Хочется бить там сильные удары, как какие-то сильные бойцы, да? Вы что думаете, у них так же вот получилось, хоп, и все? Нет, знаете, сколько они пахали? Очень пахали. Мугуры 4 раза. Хорошо. Ос! 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 Ще! Ос! 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 Ще! Ямы. Подсчет. Пич. Ос. Не. Ос. Сон. Ос. Си. Ос. Г. Замерли. Вот здесь вот нога должна сзади на пяточке быть. Пяточка поднята вообще вверх-вверх-вверх. Вот таким вот образом, да. Вот такие люди, как у Марса, как у Асюки. Не. Ос. Сделано. Коленочки в стороны, стол ровненько. Ровно здесь и над поясничкой. Раз. Стопа. Вот здесь. Раз. Так, чтобы пяточка не включаться туда. Не. Скрутились. Средний уровень. Сон. Ос. Си. Г. Ос. Р. Замах. Коготь по центру. Вот эти часы ровненько. Пальчики вниз, вниз. Здесь рука выпрямляется вперед и в сторону отводится обязательно. Эч. Вот если спереди смотреть, замах. Раз. Чтобы здесь уже сделать блок. Не! Сделали блок. Блок, блок, блок. Рука сейчас здесь. Сан, выпрямили. Си, сви. Г, сверху рука идет. Раз, локоток сюда сгиб. Чтобы когда удар летит, ты могла сблокировать. А если ты здесь поставила, то сблокировать ты уже не сможешь. Поэтому рука заводится сюда, для того, чтобы ты здесь блокировал и здесь. Эч. Руку левую чуть подальше. В локотке рука согнута под 90 градусов. 90 градусов. Отодвинь. Вот. И эту ты отодвинула руку. И это, соответственно, тоже обе надо отодвинуть, чтобы они были, если ты подходишь к стеночке, одинаково, видишь? Одинаково, а не вот так. Не. Пальцы в конце фиксируются мугурой 2 раза. Вот на тех моментах, которых мы сделали, поворот, раз, рука, раз, раз, их надо делать. Раз. И вот этот момент. Мугурой 2 раза хожу. Ос! 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 Ще! Ос, 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 ще. Когда майгири делаем, у нас тут получается предшествующие майгири, что мы сделали? Раз, сделали, рука снизу,
нога летит, и частенько моя гели это делается с приопущенной рукой. Помните, в трихом ката руки мы здесь держим, да, при ударах ногами. То есть здесь сюда надо поднять до конца, и вот с поднятыми ручками уже сделать мои гели. Последний раз, мугурой, хожу. Ос, 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 ос. Одновременно. Ос, одновременно. Ос, одновременно. Ос, ос. И еще разок последний, хаджима. Ос, 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 шем. Молодцы, наура. И чуть-чуть дальше отодвинули, чтобы у вас было место стоечки. Возможно, Аня, Алена не помнят, когда все вместе дружно там пришли в команду,
стали, на один пояс заем, да? Вот, дружненько все делают, они вот видно, что слажено все, и какие-то маленькие недочеты, они будут незаметны. Общая картина хорошая. А если бы разнобой все делали будут, и инструктор экзаменатор будет не очень доволен, потому что какая-то фигня получается, скажем так, вот так подумаем. То есть надо дружненько вместе делать. Покатаем? Научиться так делать. Дзюнцуки, дзюдан, тюдан, гэдан. Ошибусь. После этого сделаем. Ич. Ос. То есть только нанесение удара дзёдана переходит все тюбы.
И один раз мумори ич. Опустила среднюю уровень. Ось. Опустила руку. Не опускай, не опустила. Ось. Ще. Ось. Молодец. Ось. Ось. Ще. И пошли туда, туда, обратно два раза. Мумори хаджбэк. Ось. Кружочки вот эти, нет, вниз по крылью, не убираем сейчас. Ось. И колено в сторону. Ось. 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 Ще. Теперь нам нужно вейдон сделать. Здесь та же самая схема, то есть скручиваемся. Средний, делаем вниз. Переход. Раз. Ровненько. Перешли. И только потом уже включились. Нижний. Два раза. Не включить? Включить. Мугури. Два раза. Хаджи. Ось. 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 Подпрыгивание не есть. Подпрыгивание не должно быть. Ось. Кручу, тогда носочек сзади надо ставить. Ось. Ось. Ще. Ось. 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 Ще. Еще смотрите, вот делали переходы вперед-назад, я заострил внимание на том, что нужно сзади на носочек ровненько ставить и крутиться. Поделали, запомнили, начали так делать. Обратил внимание насчет того, что средний уровень, и потом уже тот уровень при вкручивании, то есть начали делать руки, акцент делать на этом, а ноги перестали сзади на носочек вставать. То есть если мы доработали на носочек и замахили, надо это и оставить. Второй критерий — определенный уровень не нарушать руками. Его тоже нужно как бы добавить, но предыдущий не потерять. Покатай. Вперед, назад. Делаем первый шаг вперед. Зёдан, тюдан, гэдан, маунты. Тюдан, зёдан, тюдан, гэдан. Маунты, тюдан. Покатай. Ос. Приготовились. Хаджи. Ос. 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 Гэдан. Че. Ос. 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 Че. Маунты. У тебя ошибка. Ногу на носочек не ставишь. То есть ты стоишь, поворачиваешься, а ногу на носок не поставила. Ее надо на носок. Потому что отсюда скрутиться, ну, вкрутиться сильно никак. Вот максимум вот я повернулся, больше никак. А если я поставил на носок, видишь, сколько еще вкручиваюсь? И сильнее удар будет. Поэтому на носок требует такое маленькое техническое действие. Шит отсюда. Тот, который у нас. Сильно обратил внимание по 45 градусов. Подсчет делаем. Ич. Скрутились. Ручка по центру, по центру, по центру. По центру, по центру, по центру. Здесь линия вашего движения вперед. Это в сторону. Вам нужно шажочек сделать под 45 градусов. Вот этим стойка это и отличается. Поэтому сейчас правой ножкой в мою сторону сюда вот так. И шажочек сделали. Ты вперед сделал шаг. Ты скрутишься, вот скрутись дальше. Сделал удар. Сделай, сделай, сделай. Мы печень держим, что-то отсюда. Сделай удар. Ну делай, делай удар. Раз. И видишь, ты в относительно своей линии прямой, ты на одной линии. Поэтому тебе нужно сделать шаг в сторону. Назад шажочек сделали. Назад шажочек сделали. И вот второй раз объясняю, нужно его сделать в эту сторону. Эч, сюда, раз. Раз. Оп. Сзади ножка на носочек. И вкручиваемся, удар наносим вперед сюда. Эч. Крутились. Локоточек немножко по центру. По центру нанесли. Локоточек немножко сюда, по центру ближе, нанесли.
Молодцы. Стопы хорошо. Вот пальчик больше. И здесь тоже. Следующий момент, как мы делаем переход. Мы плечи у нас фронтально, сейчас под 45 стоят. Мы поворачиваем плечи и все остальное ровненько. Ручка здесь. Ровненько повернулись на носочек. Видите, какой ширины стоечка, да? Вот в этой ширине стоечка у нас при этой ширине надо также переместиться вперед, также широко встать. Покатать. И здесь, когда мы скрутились, ручка ставится вот таким вот образом. Выхожу вперед, смотрю, так же широко шагнули или нет. Эльч. Не вкрутились. Вот. Алена, опа. Назад слышно сильно. Эч. Скрутились. Молодцы. Не шажочек широко. Но без заужения ног. То есть ноги не должны здесь у нас. Не должно быть такого, что вот они вы скрутились, ноги сюда, потому что здесь удобно так стоять. А вот так неудобно. Тут вопрос не стоит таким образом. То есть удобно тебе, неудобно. Надо широкая позиция, чтобы была, чтобы ты был, жестко проходил стоечки. И с этого положения крутились. Макота. Мури. Ай, дальше. Эч. Третий раз. Мамота. Мамота делается заступ, сзади ногой. Заступ сделали. И заняли. Заступ сделали. Мы сейчас левой рукой должны будем ударить. Не крутились. И когда вы вкручиваетесь, после этого нога просто вкручивается, но не поворачивается вперед. Нету такого, что раз, и поставить так, как удобно. То есть, значит, ошибка в том была, насколько вы широко шагнули. Вот это надо регулировать. Макс, ноги пошире, сделай колени. Эч, скрутились. Не шаг. Сужаешь, Аня, сужаешь ноги, заужаешь, широко шагай. Как будто у тебя между ног скамейка широкая. Широкая-широкая скамейка. Вот она идет спереди и сзади туда. То есть не сузить ноги. Не! Скрутились. Эч. Подготовились. Не шажочек вперед. Вот получится. Молодцы. Заступ замерли. Вот это надо сюда раз. И на одну линию сделала. Надо шире. Нога вот сюда. Раз. И ручку, поскольку вперед. Раз. Вот таким вот образом. Здесь на носочек. Не длинная позиция у тебя. Сможешь крутиться на носочек. Кстати, на носочек. Это твой пояс сейчас мы делаем. А ты на носок не ставишь. И мы будем раз за разом делать, и до конца пояса не дойдем. Не крутились. Эч. По центру. Рука по центру. Только по центру она была. По центру. Не шаг. Вот. Сам. Молодцы. Эч. Раз. Молодец. Сзади на носочек, на носочек, на носочек. Не, шажочек вперед. Сам. Эч. Мало, мало. Раз. И стало на одну линию. То есть пошире заступ. Делайте это под 45. Надо стоять от линии движения. То есть под 45. Не под 90, уже под 45. Сзади на носочек. Алена, на носочек. Вы в той стороне делали, на носочек не стали. Мы пошли вперед-назад. Но не получилось. То есть, значит, мы вперед-назад пойдем еще раз, чтобы получилось. Понимаешь? Ни. Молодец. Эч. Скрутились. Ни. Сам. Надо, чтобы не на одной линии, как бы, а под 45 градусов. Эч. Скрутились. По центру, а не рука, спереди кулак. Не. Сон. Эч. Не. Сон.
будет определять, правильно ничего не сделали в своем поле заступ H. Раз. Правильно? Будем еще работать. То есть он будет подальше сюда. Раз. Молодец. А здесь полностью на носочек. Раз. Вот. Не. И теперь еще раз заступ еще сделаем. H. Заступ. Раз. Поворачиваемся туда мышку. Левую провести надо вперед, а не поставить конечное положение. То есть где-то ошибка возникла, надо вернуться на то место, где она возникла, провести ее и потом уже крутиться. Не. Раз. И еще раз маваты. H. Заступ пошире туда. Еще шире. Молодец. Здесь ты поворачиваешься. H. Раз. Мышку сюда. И наносишь в эту сторону. Не. Запомнила? То есть не так сложно. Пару раз сделайте, все будет четко, как по маслу. В остальном все хорошо. Сюда сдвинулись. И мукуры два раза. На одной линии стало, на одной линии стало, на одной. А ты должна под 45, вот здесь вот так. Если посмотреть как бы, да, вот видишь, как вот у нее раз, у тебя где-то примерно так же должно быть. Ровно. Вот. Ножку сюда поставить, чтобы ровно было так. Вот. То есть, как знаете, в лесу деревья. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Смотришь здесь ровненько. Ну, ровненько все. Здесь смотришь тоже ровненько. Сюда ходишь тоже ровненько. Вот. Ноги должны так ровненько быть. И пошли мукуры два раза. Хаджимы. Раз. Ос. Руки поменяла, у меня ошибка возникла. Ос. Че. Ос. Молодец. Ос. Ручку по центру переходит. Че. Молодец. Ос. Молодец. Ос. Переход делаешь по центру, ос. Рука должна находиться. Ще. Ос. 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 Ще. Все стоим. Аня, вперед сделай шажочек. Раз. Вот тут ты руку меняешь. Неправильно. Зачем ты это? Ну. Вот, ты сделала. Повернись. Раз. В исходный повернись. Затупила и меня даже. То есть мы здесь левую руку нанесли, да? Мало. Так как мы делаем здесь? Нет. Алена, покажи. Задней ногой. Раз. И вкручиваемся. Только задние на носочки должна быть нога быть. И вкручиваемся. Алена, ты заступ сделал? Крутись. Стопы развалила в стороны. Правую ногу внутрь носочек. Оп. Молодец. И еще разок. Заступ. Раз. Заступ. Вот в это положение встань тоже, Алена. Ой, Аня, встань так же. Поворачиваемся. Смотри, я попросил встать в это положение. Ты встала, а потом куда-то понесла ногу. Не делай ничего лишнего, потому что ты запоминаешь это лишнее и будешь потом делать так, как ты запомнила. А сделала ты то, что сама посчитала нужным. Это касается техники, а не каких-то моментов вне тренировочной деятельности. Поэтому надо делать только то, что нужно делать. Не. Оп, молодцы. Еще раз заступ мало сделаем. Ич. Подальше, дальше, 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 еще дальше, еще дальше. Вот. А нет, то же самое, еще дальше. Еще дальше. Поворачиваемся туда. Раз. И вкручиваемся сюда. Раз. Ху. Сюда вот так подальше. Молодцы. На уровень. Вот как думаешь, хватит этого одного раза? Вначале у нас разговор. Запомни, ты уже с точки зрения своего пока, а у тебя достаточно, хватит? Да, каждый день я тут происходит. У меня нет возможности прийти к Алене домой, прийти к Ане домой.
например, так, все сделали так, как бы, то мы успеваем новое. А если начинается там встань так, она встала, потом растут в другую сторону, зачем? И приходится объяснять, лишний раз делать, тратить время на это. Куда дойти? Майга номера ей. Ну, когда часто объясняют, получается, что запоминаешь здесь, и оно потом будет всегда делаться. Никуда не выкинешь. Захочешь, забудешь, забудешь. Давай ты! Ще! Секонд ворот и чудо учука. Раз, подсчитал. Два, три. Махата. Поставили ручку. В исходное положение, как вы сделали, правую вы уже сделали, левую рукой. То есть. Левой рукой сделать блок надо, левой. Уже сделать, уже сделать. Вот, да. Ич, замах. Раз. Ручки поменять здесь надо. Рука. У нас. Вот это место раз сюда. Потому что если сюда, больно. Волок. Чувствую, что больно, да? Здесь кость то же самое больно, а здесь оно вот такое место, что мышцы там не так больно. Здесь нервных окончаний много, здесь косточка, а вот в этом месте рукой делаю. И место, где ты наносишь, оно рядом с той поверхностью, в которой ты производишь блок. То есть получается, что такое положение более выгодное, позиция будет очень сильная. Не шажочек вперед. Здесь выносим руку, вот ваши плечи, выносим сюда руку, пич, раз, вынесли. Не, крутили, молодцы. И пошли подсчет, эч, раз. Не, шажочек вперед, молодец, вот. Локоток должен быть такой, на уровне плеча. Смотрю, не плечо, раз, вот это не должен быть плечо, на этом. У тебя будет чуть-чуть выше, чуть-чуть, прям сантиметр, раз, там, два. Вроде ни о чем, но 2 сантиметра, что тут такого, да? А видно сразу же такой взгляд, который вот пытливый, трепетный такой, вот, который мелочи видит, недостатки. Он сразу же говорит, что вот что-то здесь не так. И ты бы тоже сказал, пошли тебе вот штаны покупать, ты хочешь такие, а тебе на 2 сантиметра. И ты сразу же поймешь, что 2 сантиметра это очень много, да? И я бы понял даже. Не! Сон. Закрутили. Ич. Локоток по центру. Аня. Молодец. Алена. По центру локоток. Ни. Шажочек вперед. Сон. Сюда вывели. Си. Вдавили. Молодцы. Ич. Заступ сделали на носочек. Ни. Повернулись в ту сторону. Ручку вперед вынесли. Выноси, выноси, выноси. Раз. Сан, крутили. Слишком далеко, если мы в момент блока слишком далеко делаем, на прошлой тренировке я объяснял. И здесь удары делать, то есть тебе полметра вести ее, да? А если с этой стороны идет зерно, маваша летит, то тут вообще метр получается, понимаешь? Поэтому нужно максимально, насколько нужно, вот даже вот на это расстояние ты вынесешь руку, да? От центра же наносишь сюда плюс-минус раз, она уйдет сюда почти там, сантиметров на 30-40. Уйдет это вот так, с головой достаточно. Эч, раз. Не, шажочек. Сам, вынесли сюда. Си. Вот этот четкий элемент, запомните, вот это, что нужно выносить, сбоку делать, сбоку. К этому блоку в этой стойке вопросов не будет. Эч. Ней. Сам. Конечная седла. Сей. На последнем разе засыпалась. И нас сейчас по щитам не считаем. Сейчас еще раз вперед и назад ходить. Эч. Ни. Шажочек вперед. Сан. Си. Молоты. Раз. Два. Три. Мугуры. Два раза. Не сбейте, собейтесь, будем снова по щекам делать. Мугуры каждый. Ос.
следующее замучим сейчас. Second тюна утюга, это парай. То есть кипорката мы сделали раз, и вот следующий блок вот отсюда начинается. Поворот стопы, сдвинули. Ножочек вперед, сделали раз, поставили в это положение, и обязательно не вот отсюда рука, а здесь ближе к локтю, ближе к локтю. И отсюда можно разорвать в стороны. Молодцы. Назад, девчонки, сделали ножочек и подсчет делаем. Вперед-назад всего лишь надо и не накосячить. Раз сделали ошибку, ничего страшного. То есть, ну, запутались. В следующий раз здесь правильно, значит, как бы нормально. Эч. И слили, слили. Вниз. Переходит вперед. 20-20. Через 10 минут конец тренировки. Время летит молниеносно, да? Сам. Си разорвали. Эч. Ми. Шажочек вперед. Заметалась. Как-то пожарить. Туда-сюда. Что делать? Спасать там ведро там или там, я не знаю, чего убрать. Не тушите. Надо четко остановиться, подумать, это может спасти жизнь. Ми. Шажочек вперед. Сделали сам. Раз. Нет. Та рука, которая сверху, она раз. Она ближе к себе, ближе к себе. Оп. И разорвали в сторону. Эч. Ней. Сан. Си. Разорвали. Молодцы. Завтра слили ручки, повернулись закрытые, получается. Ней. Раз. Сан. Молодцы. Мугуры до конца хорошо. Тут получается, смотри, вот заметишь разницу или нет? Вот стою напротив тебя, линия атаки не ровная здесь, а вот, вот такая, чтобы не закрывать. Посмотрим, заметишь ты или нет. Так правильно. Раз. То есть вот. А иногда получается, что руки не сводят, либо сводят, но рука идет вот так, сразу же здесь, сюда. То есть она не выносит сюда, в сторону. Помнишь, как было? Раз, раз. Здесь тоже самое. Раз. Не разрывается. Вот, вот таким вот образом как бы вот. Не получается. Ну, вот этот блок, то есть проходит нижний, да, получается, где-то вторая. А лучше рука идет не отсюда, а вот отсюда. Раз. Правильно вот так? То есть видно разницу? То есть раз. И разорвать их. Раз. Разорвать. Мугурой, два разика. То есть вопрос был у тебя только к верхней руке. Вот сюда, отсюда. Раз. А не сюда поставить. И здесь чуть-чуть такое движение, оно должно быть длинное. Мугурой, два раза. Хорошо. Молодец. 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 Води на повороте стопы. Ос. Ос. Чеше. Молодец. Науре. Ос. Майга на бараге. Майты. Че. Артай. Че. Вот как станет, да? Я толстый стал и умудренный опытом, не хочу ничего делать. Артай. То есть я наоборот сказал, сделал, сказал, сделали, сказал, сделали, а ты вот пробуешь, не хочешь, не хочешь, не хочешь. Что с этим получается? Давай, пойдем в сторону сада. Подсчитай. Ну, в шахматном порядочке встаньте. А можно, да, как конвертиком. Айсюхат спереди чуть-чуть, раз, раз, раз. Так, чтобы у вас всех видеть было, можно потом было вам посмотреть и запомнить, что было не. Маленький вопрос на ссылку. Ты смотришь видео потом после тренировки? Не все, но да. А кто у нас смотрит? Кто анализирует? Видишь, смотрит.
Но это их не пояс, им интересно. Вам может быть интересно, наверное, начинающие пояса, да, я подумал. Молодцы. Так вот, все. Приготовились. Потеку сонусам. Ей. Раз. И там не зависаем в конце. Это одно движение, то есть одно движение. Раз. И пошли до конца. Ич. Раз. Потеку сонусам. Ауре. Потек сонусан. Ей! Если мы синий пояс начали, то мы его и сделаем дальше, да? Ич. Ос. Здесь вот по ритмике, то есть здесь ос-ос, ос. Ос-ос, ос. То есть первое и второе движение, оно ос-ос. Освобождение от запала сделать. Нет, вы сделали освобождение и сразу же пошли. Вперед не идется, пока не освободишься. Освободишься это отдельный элемент. И потом только шаг вперед. Ич. Заверли. Спинки в ту сторону. Раз. Ни. Повернулись. Замах. Центр тяжести так, чтобы он чуть-чуть на задней ножке был. Молодец. Тихо. Ни. Молодец. Стоим на месте здесь. Сам освободили. Си. Вперед. Ос. Ич. Зазов. Ос. Ни. Повернулись. Здесь у нас что делается? Да, что здесь? Что? Где-то вторая, да. Ич. Шаг дзёдом. Все удары дзёдом. Удары все дзёдом. Не, да? Нет, вы ну, в дорожке. Дорожке, да. Ни. Ос. Сон. Чеше. Ич. Заступ. Шире надо делать, глубже, точнее, заступ, глубже. Чтоб когда ты повернешься, не получилось, что ты стоишь у нас. Туда, дальше. Так. Ич. Повернулись. Не туда вообще пошла, как бы сделать. Не! Освобождение от захвата. Задняя ножка. Я понимаю, что на задней ножке удобно, но надо, чтобы она была согнута. А эта ножка сюда подальше. Оп. Раз. И здесь, когда вы стоите, вот эту палочку кладем относительно вашей линии движения вперед. Вот здесь вот должна быть ширина пояса. Вот я широкой стою. Ближе, 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 ближе. Молодец. Пяточку выше. Заднюю ножку согни и центр тяжести назад смещай. Вот таким вот образом. И здесь, если спереди посмотреть, надо не заваливаться только на этой ноге, а чтобы центр тяжести, вот он, у вас центр, раз, 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 раз. Если вниз провести, видишь, куда у тебя зашло, а должен где-то посередочке двигаться. Вот на дыхании. То есть здесь тебе надо чуть-чуть раз, вот так вот. Ножку согнуть, согни ее на согнутом, вот таким вот образом. Эч, шажочек вперед. Ни. Вы там разговариваете, отвлекаете их, а мы ничего не успеваем. Они отвлекаются на этих мелочах. А что там? Что-то серьезное было у вас, да? Эч. Ни. Видишь, ты поставила ногу на всякий случай широко, а потом повернулась и пододвинула ее, да? А надо поставить сразу же настолько широко, насколько необходимо, чтобы повернуться и ногу уже не двигаться. Вот она твоя линия движения вперед, да? Вот ровно. И идешь дальше туда. Вот здесь вот надо, чтобы ширина пояса была. Оп, молодец, пяточку повыше, чуть-чуть подлиннее. Ножку вперед, раз, молодец.
И когда вот, если вертикально плечи, бедра взять, они должны быть не слишком на одной ноге центр тяжести, а посередке. Да-да-да, вот, молодец. Печ. Вот, сделали. И освобождение. Не освободились. Сам. Печ. Не той ногой. Не той ногой, Кирюха. И пошли вперед. Эй! Не! Сан! Заступ. Печ. Молодец. Молодец. Не! Освобождение. Сан! Сзади, когда мы идем, надо, чтобы при переходе пяточка сразу же вниз, ножка ровненько, прямо вот так вот сейчас стояла. Эч, раз. Сама, поворот сама. Поворачиваемся, сразу поворачиваемся сюда. Раз. Блок сделали. И освобождение от захвата. Раз. Как бы чуть-чуть вперед такой вот. Он не сбоку, если вот посмотреть спереди, да, этот блок идет не локоть зафиксировал, не вот здесь, вот так вот он идет, не в этой плоскости, он как бы вперед, туда как бы вперед. Оп. Потому что если здесь, вот смотрите, Кирюха, вот стоим в этой стоечке, вот я держу руку, ты ее схватил, вот так. Если здесь я поведу, то не то. А если я вперед поведу, то тут положение у него вообще не завидное. То есть, да? То есть тут его можно защекотать. Я не смогу бороться даже. И. Наура. Теперь делаем подсчет так же. Акцент сделаем заступ, поворот. И блок, и освобождение, это первый счет. Второй счет, перешли вперед, сделали туда. Хватает? Так, йог сон сам. Ей. Эч. Ос. Ос. Ни. Ос. Сон. Ос. Ос. Стоять надо вот четко пониже. Си. Ос. Эч. Ос. Замах и блок с бедрами. Шиханека увидит обязательно. Акцентируйте это не только переходом в стойке вперед, но внедряйте в карты, это еще и тяжелее. Тяжелее же брать карты, да? Потому что в разные стороны вот эти линии меняются вперед, влево, там вот сложно все. И пошли. Ос. Не. Ос. Сон. Че. Эч. Заступ, замах, поднимайся. И надо, чтобы он четко был. Замах ровно. Сделали блок. Освободились. И пошли. Эч. Ос. Не. Ос, ос. Сон. Ос. Эч. Ос. Не. Ос. Сон. Ос. Си. Чи. Ширину стоечки надо контролировать всегда, чтобы слишком широко не было. Ич. Ос. Ос. Ни. Ос. Удар какой уровень у нас? Тюдун. Если тюдун, то это заведомо ниже плеча, так, чтобы это было солнечное сплетение. Вот оно здесь, не выше, где кость у тебя, да, а пониже. То есть раз, раз, видишь, какой Айсюхи пониже. То же самое, плечо. Раз, такое чувство, что Муратов Егор учил, как бы, пониже. У него тоже дзёдан, ой, тюдан получается. А? У него тюдан в голову. Да, то есть не понять, какой уровень делает человек, не понять. Это привычка наработана. По мешку колотишь, когда много запоминает мышцы, ты понимаешь то, что тюдан это у тебя ниже плеч, так, чтобы сплетение было, но вот явно выражено разрыв вот этот вот, дзёдан, тюдан. А тело делает помимо воли, потому что наработано. Эч. Ос.
по центру, по центру. Ней! Науры? И сейчас два разика закрутим быстренько на один счет. И тогда мы сможем победить свой страх, неуверенность и такое прочее. Или не сможем, Арсель? Как ты считаешь? Илюха, чуть-чуть сюда вот в сторону. Раз. Айсюха, чуть-чуть раз, чтобы у нас Макса было видно. Еще чуть-чуть. Вот. Аня, немножко сюда. Молодцы. Дайкёк сонусан, ей? Мугуры. Хаджибай. Тренировку не было, потому что у тебя тазобедренный болел или ты технику катала? Тазобедренный болел. Технику катала? Да. Ну, да. А раньше до этого не было дома так часто, как вот в этот день ты катала, да? Науле? Ос. Кирюха? Мучаю так, почему? Чтобы как-то сделать уровень, оставить этот и попробовать выше, 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 до чего надо все научить и попробовать поесть по капельщику. Поэтому вот так очень тяжело. Таким сон сам, ей? Мугуры и хаджимая. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Асюха, смотри, ошибки скажешь. Че? Ос, ос, ос. Ос, ос. Монтировать не буду ничего там ярче, темнее не буду, сразу же залью, короче.
возможно, завтра уже можно посмотреть, обратите это внимание, специально разобрали каждого. Садишься, Макс. Куда дальше? Ос. Как? Здесь ты должен сказать, какой ты карта делаешь. Так, Йокус он сам. И тут тебе скажут. Еще громче. Карта! Похоже? Ну да, только очень. Ну вот ты должен прийти сразу же сказать. Ос стоишь, короче. Тебя вызывает. Раз, два. Ос тебе. Карта! Экёпусонусан, прям я уверен в себе, когда экёпусонусан, уже всем понятно, что у меня такой же экёпусонусан. Ей! Ну, уровень как? Ос, ос, ос. Сзади ножка прямая, тем сделаем на этом. Ос, 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 ще. Ос, ос, ос. Ос, 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 ще. Ос, 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 ос. А все, как уши закрой так, чтобы он реально не слышит. Я сейчас слух скажу, вы посмотрите, она реально соображает, а не просто так там. Когда ты блок делаешь, как бы, да? И отвернись тоже, отвернись. Отвернись туда, в ту сторону. Отвернись. Глаза. Молодец, не слышит. То есть она заткнула так, что не слышала, что я сказал, отвернись. Наблюдение маленькое. Когда ты сама сделаешь, у тебя высоко рука слишком. То есть ты первое бедра не делаешь и плечи. И замах не сюда, а сюда сделай. Вот. Еще когда в результате ты ходишь, когда получается задняя согнута, это немножко запоминается. И когда ты переход делаешь, она у тебя иногда тоже согнута. То есть вот такие вот моменты. Давай. Эссей, позовите. Эссей! В чем ошибочки были? Не забыла? Нет. В чем ошибочки? А у него, он когда приходил, у него иногда кисть загибалась, он бедра не поворачивал, а у него уровень чудом где-то на уровне плеча. Вот это, да? Да. О, видишь. А, и то же самое, что и Кирилла, нога задняя была. Явно демонстративно, тут всего-то вещи такие. Почаще поделать, можно по пятницам там, в школе как бы, да, сделать что, ката-класс, сделать чисто ката, ката-ката-ката-ката-ката-ката. Это поднимет вашу общую технику, чистоту, усидчивость, вот эту как бы. Вот надо так и так, я все делаю, чтобы так, ну, то есть ставить цель и добиваться результата этого. Это поможет в пункте потом тоже. Какой классный день, когда у меня английский. Понедельник тоже никак. В среду есть все. Все какие? В среду все есть. А нет? Ката? Тайкоп Сонусан. Тайкоп Сонусан. Есть? Мугурый Хаджи. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Ос, ос. Ос, 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 ос. Переход техники, переход техники. Не спеши с техникой. Чуть-чуть раздели, чтобы это было не спеша. Ос, ос, ос. Ос, ос, ос. Добре. Повторю. Так, вот так вот стану. Ну, зачем вы все спешите? Не спешите. Шикарно, я говорю. То есть переход и только потом техника. Перейди, потом техника. То, что ты подлиннее сделаешь ката, да, чуть-чуть помедленнее, чем все остальные, техничнее, произведет впечатление лучше, если чем ты при недостаточной технике будешь спешить, и будет меня получаться. Это бы больше заметно, ну, минус больше, да? Вот. Вообще четко есть замах, когда ты делаешь плечи. Раз, повернулась, шире. А можно даже не поворачиваться. Раз. Повернулась так. Замах сделала ос и поворот можно уже сделать, когда я перешла, тогда уже плечи немножко перевернуть. Но главное, чтобы обязательно замах, но освобождение от заклана. То есть плечи, видишь, плечи, я ровненько стою. Раз. Переход техника. Переход это значит переход, ноги перешли. И только потом техника.
Илюха. Ваня, рука гнется, и... Ну, она старается, как бы, если так ровно, то недостаточно старается. Если так, то я вижу, как вот, иногда просто мысль, что я хочу вот стараться, она загибает уже. И... То есть ты понимаешь, что это в этом причина, как бы, особо не надо, но надо тоже как бы... Идет она выше бьет переносицей, лобка. Ну, зато больше у меня расстояние между чудом и звездом. К этому не прицепится, к этому уровню, такому, что здесь или здесь? Да. Сильно? Да. Это будет так же явно, как бы, если, допустим, чудо здесь или здесь? Да. Так что страшнее, зерном здесь или здесь? Или чудом здесь или здесь? Что страшнее, первый или второй? Оба страшные. Второй. Второй страшнее гораздо, потому что тут, вот ты видишь, какой уровень? Нет, ничего. Но это чудо. Какой уровень? Между диодом и диодом. Но здесь... Тут чисто диод. Тут диодом, то есть, получается. Подбородок, видишь, как бы, как раз. Вот. Он такой на грани. И это вот еще около дела. А если ты делаешь сюда, вот, какой уровень? Диода. Какой уровень? Диод. А я держал где-то примерно на том же уровне, когда диодом показывал. Правильно? Видишь, то есть, если снизу я поднимаю, то понятно, что это чудом показывает. Ну, понял смысл, чем, да? То есть надо, чтобы лучше пусть повыше будет, особенно начинающие там, они вообще вот там вот так показывают, конечно. Ну, бывает и такое, да? Вот. Просто напомнил вот этого. Нет. Они с высоким человеком. Да, чего? Они с высоким человеком. Да. Что ты? Оп. Алло. Как? Такёку сону-сан. Йой! Ладно, не так быстро как-то. Ну, хотя... Просто, когда ты так сделал, у тебя получилось ускорение не сильно, потом быстро, не сильно, потом быстро. Как бы ускорение от начала в конец не с одинаковой скоростью шло, а как бы ускорение под конец. То есть получилось, что два ускорения. Раз, два. Алло. Срочно? А, понял. 5 минуточек дай, пожалуйста, сделаю. Хорошо? Такёку сону-сан. Мугурэй хаджирэ. 5 минуточек. Кстати, нога прямая в конце должна быть. Переход техника. Ты шагу вместе бьешь туда. Ты синий не получишь, если оставишь это вместе вот так вот. Тебе не дадут его. Понимаешь? Я мужчина, поэтому тебе не дадут. Ну, я строгий должен отношения к себе. Ошибочки? Тут сразу видно то, что она руку умерла. По центру. Раз. Из. Два. Ножка сзади прямая полностью. Раз. Ширина стоечки раз сюда, ну, раз, вот, раз, раз, махата, раз. Лауре. Сейтер. А я никуда не выходила. Вот, молодец. А не красотка у нас. Тяжело было? Но я такой же был, как вот придирчивый, правильно, как и на прошлой тренировке ухватило, да? Но на второй тренировке уже не так тяжело, потому что человек такая, что он быстро привыкает ко всему, как бы. И тогда ты понимаешь, что это не тяжело было. Покатаем? Моксуэ мэн? Симпай нэрэй. Ос. Атагай нерей? Ос. Додзи нерей? Ос. Инициативность, молодец. Кто первый одевается? Аня.
Мальчики первые переодеваются. Ура!